Что, друзья, не успеваю рисовать, все на ходу делать, буду просто обзор чужих дизайнов, вот так вот, немножко попаразитируем, покажем, что сейчас в магазинах продается, что, поскольку я, вы же знаете, такой эстет инфантильный, что рассматриваю даже игрушки как произведение искусства, разве это не так, друзья, разве это... Все, что нас окружает, разве это не предметы сложного интеллектуального труда? Это именно так. Просто сейчас мы уже к ним привыкаем, и искусственный интеллект не подопаздывает, да, за нами, уже нас перегоняет. Вот я немножко стараюсь сменять панораму. Поэтому, может быть, есть смысл учиться разбираться в самих дизайнах уже даже, и не столько зарываться в конкретные пока. Но это так, это во мне, наверное, говорит лень, поэтому пока что успеваю, давайте будем ловить позитив от того, что мы можем успеть и показать. Так что давайте. Бэм.